Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. В этом выпуске вы увидите все о китайской традиционной медицине. Этот госпиталь состоит из нескольких корпусов. Здравствуйте, вот пришел к вам первый раз на диагностику. Здравствуйте. Корпус, в котором готовят лекарства. Человеку действительно помогло это лечение, да? Кстати, видите, да, по-русски говорю. А знаете, почему вот ее приклинило? Потому что она очень радовалась, смеялась, так насмеялась, что ее заклинило, вроде смешно. Что современного предпринимателя-то? Остеохондроз, да. Меня тут уже полностью раздели. Потом рассказ мне будет переводить. Так, друзья, лечат, видите, не только русских, да, как видите, и местные пришли. Вот девушку серьезно переклинила, она не может ходить, верно, и вот сейчас ей тот же врач, что и меня, ей сейчас все отправляет. Вот отвечая на вопросы одного из моих подписчиков, он меня спрашивал, есть ли здесь реабилитация после инсультов. Есть, ребята. Все эти травы, которые лечат, да, не таблетки, а травы. Все, спасибо большое еще раз. Спасибо. Пожалуйста. В лаборатории настоящие. Все, кто там хотел родителей отправить куда-то в вот такие места или еще какие-то ситуации, пожалуйста, вот можете прийти и пройти комплексный курс. Все, видите, по-настоящему, как говорится, пришлось все испытать на себе. Есть центр неотложной скорой помощи. Ну, то есть здесь подходит комплексно, они ходят только в госпиталь, есть собственное производство. Ну все, приступаем к процедурам. И здесь меня уже встречает, как говорил, русскоязычный персонал. Добрый день. Здравствуйте. А нормальное, поистине полное комплексное лечение. Найти этот медицинский центр будет достаточно просто. Он находится прямо рядом с таким комплексом, как дома-деревья.